Так, пацаны, задержите дыхание. А вот он как раз не хочет поезжать. А мне сказали, вообще-то один должен прийти. Нет. А помыть его еще? Без прикосновения. А? Помыться. Ну, помыть, не вопрос. Мне хватит. А, либо вот за синтезис с возможностью прикосновения к девушке. Что, хотите? Ну, а самый максимальный, который такой? А с джакузи не хочет поплавать? Он любую ванну делает, как джакузи своими газами. Не хотите поплавать в джакузи? Час, полтора, два. Час, вот весь массаж джакузи, 9 тысяч час. Полтора часа 12 и 2 часа 15 тысяч. Вы можете туда же к себе. Час два. Джакузи, да? Да. Я сейчас тогда девушек зову. Какие Марине и Катя еще будет, блядь. Марине и Катюха, блядь. Можно было в душе помыться, блядь. Да. Проходим. Девушка у нас. Массажистки. Юля и Настя. Какая вам нравится? Это Настя. Это Настя. Настя? Да. Прекрасно. Угу. А, это у вас как оплата удобнее? На переводом. А? Перевод. Да, давайте переводим. Это вам, друзья, подарок делают? Да. Сегодня день рождения? Да. У него сахар под 30. Надо развеяться. Ну да, как адреналин будет убрать весь. Да, надо. Что, помогает адреналин сахар убрать? Конечно. Конечно, само собой. Ух, блядь. Кстати, у них довольно-таки приятная мамка эта. Вообще охуевшая. Угу. Ну да, как правило, такие как раз таки это работают под 40, за 40. Такая тёлочка, бля, ух, бля. А что, доволен-то такой? Угу. Да? Посвежел? Ну да. Ну что там было, Максим? Ну пойдем в тачку. Это... секрет? Дело секрета, да. Так, подожди. А с нами-то поделись секрет. Макс... Ну я потом без камеры расскажу, потому что у Кирилла там чат идет. Да говори, говори, Максим. Это же сюрприз, он должен стать явным. Ну как? Сделала все, что нужно. Насколько баллов? Джакузи включила? Да, джакузи. И расслабила все тело. Не, ну я тебе скажу честно, вообще, блин, супер. Да? Да. Она тебе под сиськами мацала? Она меня не только под сиськами. Ну и, так скажем, мальчиком поработала.
писечка бритая была. В смысле, там еще мальчик был какой-то? Ну, мальчик, да. Ух ты, надо... блядь. Разогрела мальчик. С мельчиком? Да. Клёво было. Дальше... Она сколько тебя дрочила там? Она? Блин, ну, я не знаю. Ну, я успел. Еще, скажем, даже сбрызнуть даже успел. Ты реально? Да. Один раз? Ну, где-то, наверное, раза, наверное, 4 где-то. Я себе, блин. 5. Я а смотрю, сахар. У тебя сахар надо мерить, блядь. Нет, сахар у меня вообще, у меня сейчас еще, до сих пор еще даже, так скажем, пестрович стоит. Стекает? Да. Нет, стоячий, я говорю. А в джакузи были? Ну да. Пиздатая джакузи? Ну да. Ну и там джакузи тоже, она с ним тоже хорошо, кстати. Как и что там, сперма прямо в джакузи плавает? Она же залететь может по воде. Ну, ничего страшного. Залетит на 9 месяцев. Ну и бог с ней. Ну что там это? Огармаги что, не найдут пещеру, что ли? Ну, найдут, конечно. Говорится, то, что мои, говорится, белые мальчики найдут, говорится, ее яйцеклетку. Но она, правда, зараза. Правда, единственное, что я тебя не спросил, она... Говорит, что якобы она это, жена, ну как бы замужем. Замужем? Да. Ты отбить ее хотел? Конечно. Можно было. Очуметь. Угу. Чтоб тебя потом дядей сделать. Чтоб ты потом крестным был отцом. Будешь крестный отец Макса. Погнали. Давай. Крестный отец Макс. Да, тебе надо меня, знаешь, куда еще, бро? Куда? На передачу, давай поженимся. Давай поебемся, может, лучше передачу. Не, есть передача называется, давай поженимся. Макс, хуй там дрочишь, блядь? Я не дрочу. Извини, я еще, так скажем, уже содержимое, как говорится, я уже, как говорится, выплеснул. Как говорится, скажут, белые сливки. Белые сливки пустые. Ну да. Сливки белые. Она тебя час мутузила? Ну да. Не раньше времени, во сколько ты вышел? Нет, она, как говорится, все по времени. Во сколько все ты вышел? Надо. Блин, я не знаю, она там что-то сказала, там типа время, я говорю, ну ладно. Там где-то минут 20, наверное, посидел с ней там, так вот. Я еще ей предлагал, говорю, может, говорю, еще типа это, как его, ты поработаешь. Видишь, вокзал. Макс, а ты хоть там потрахался? Ну, я говорю, она хорошо поработала. И грудями хорошо поработала. Ну и ручки такие, знаешь, они такие, скажу честно, нежные. Скажу, с Наташей не сравнить. А каким мылом мыли Максима? Пусть расскажут. Что? А каким мылом мыли Максима? Ой, пусть а я расскажут. Не знаю, какой-то она была. А каким мылом мыли Максима? Она там, она, пусть она расскажут. А каким мылом мыли Максима? Романтическая? Пусть расскажут. Ну да, романтическая. Что я уже, когда уже в джакузи только уже, только залезли. Не то, что в джакузи, даже сразу, даже в этот, как его, ну, скажем, даже в душ, раз и даже пошли, то у меня пеструн сразу встал. Я уже хотел ее уже в этом уже, то, что сразу в душе, сразу ее чпокнуть. Она ни в какую, да? Ну да, она такая, ну подожди, там, типа, подожди, я говорю, типа, там, джакузи, я потом говорю, давай, типа, то-то, то-то. Меня, говорю, типа там садись, говорю, давай на меня. Отдохнул на все сто. Теперь на обратном пути в магазин за порошами и поехал.
Ожи, ну мы будем приезжать в магаз рыболовный, но, блядь... Да все закрыто уже, все потерялось. Балово еще то, да. С этим не посмотрим. Ну, факт, что это... Есть кубики, у нас кубики есть к вискарю. Макс, не хочешь? Нет, хорошо. Не сейчас? Не, я пока вообще алкоголь, пока ты сам знаешь. Мне единственное, надо, чтобы... Кровь, единственное, чтобы только может разгонять, только девушка может разгонять кровь. У меня всю кровь всегда, всегда девушка разгоняет. То есть ты хочешь сказать, что ты засовывал свой пиздюн прямо в писечку? Ну да. Прям туда, короче, в ягод. Кирюх, ебать, назад это пис. Где только дрочат, там писали. Это дрочильный Максим салон был, там не ебутся с человеками. Не, ну она еще так вот, знаешь, если скажу, она мне там как бы сделала. Вот, ну я даже успел даже как раз ей даже спрызгнуть. Ну ты ебал ее вообще, бля, или ты нет? Ну да, я говорю, она как раз она... Ты на нее или на нее сбрызнул? Что? Ты на нее сбрызнул? Нет, я межгруди как раз сбрызнул еще. И она мне как раз даже, скажу честно, даже по телу, даже помимо этого, даже работал даже язычком. В каких местах? Ну как в местах? Ну как бы где грудь, потом как раз уже... Пеструну там тоже самое так же, там тоже хорошо как раз сделала. Я просто, знаешь, лежал, просто весь такой расслабленный, она такая, расслабься, я такой потом говорит, о, говорит, у тебя вот такой, говорит, он твердый, орешек. Блядь, почему орешек? Ну как, ну он твердый, говорит, твердая колбаска была. Бля, без подставки, конечно, вообще ебало. Я еще говорю, давай, типа, сейчас, говорю, типа, еще сейчас то, что в тебя, но она сейчас подожди. Потом я, типа, там уже так вот лежала расслабленно, что она там делала, я особо так даже не смотрела, так вот, ладно, только что наслаждался. Вот, вот, центр, арена, плоско. Надо было, это, да. Диктофон тебе включить на телефоне. Диктофон? Да. О, блядь. Ну да. Блядь, что-то проебались тут. Поздно спохватились. Ну, просунуть все-таки, знаешь, я говорю, давай, типа, говорится, тоже подольше. Она хорошо предложила, она такая, говорит, ну, вот там, говорит, у нас хоть там время. Я думаю, ну, блядь, думаю, ладно, бог с ней. Я говорю, ну, типа... И тогда она мне говорит, возьми мне и скажи, типа, я вот еще замужем. Потом год она мне еще как коленки была сбита, я говорю, говорит, а что тебе на ноге синяки? Она говорит, ты вот Новый год, говорит, да, то я была, говорит, и коленку бы сбила. А она про ноги у тебя не спрашивала? А я ей рассказал. Сразу же? Ну нет, ну когда я, типа, после дела, когда она меня, тело все расслабило, когда уже как раз брызгнул. Какой, первый или второй раз? Ну, когда уже это... Какой один раз? Бля, ну, наверное, где-то третий раз. То есть до этого ее ноги твои не интересовали? Не, она меня же так спросила, она, ничего там, не больно, ничего, все хорошо. Я говорю, да, говорю, все отлично. Я говорю, мне, говорю, нравится, говорю, понравилось. Я еще говорю, типа, может быть, ты, говорю, я еще предложил, типа, встречаться, я говорю, может быть, поговорим с тобой встречаться, вот. Смело. Ну да. Я говорю, может, поговорим с тобой встречаться, она, ну, вот, я, говорит, замужем. Я говорю, ну, блядь, думаю, Андрей Батон. Я говорю, ну, говорю, может, все-таки от мужа, говорю, уйдешь. Экранизация фильма «Красавчик». Ну, я же... Так, да, по-моему, Я же всегда как надо действую. Актер без вас. Анжелина Жоли и кто там этот.
Чмакс, пиздец, ты просто ебаный мамин хуй. Первый раз за всю жизнь увидел женщину голую и охуел сразу. Ну ты, свинобаза ущербная. Ебаное жирное чмо. Как твой хуй то нашли там среди тонны жира? Бля, ты гадите чушь. Максон расслабился как надо. Блинк, я сейчас позвонил в этот салоне главной мамке и спросил по поводу Огра. Они сказали, что его просто помыли в ванне и он там подрачил. Больше ничего не было. Не, Макс, я говорю, сбрызнул как надо ей. Сбрызнул. Она еще говорила делать то, что варится это. Ну, скажем, что из пеструра вышло, так скажем, из орешка что вышло. Очень горячая штука была. Но ей понравилась она. Она бегством, наверное, спасалась от этой лавы. Что? Бегством от лавы твоей спасалась. Не знаю. Душу, я думаю, что, скорее всего, она... Я смотрел, вроде она там даже, где просили, он тоже там все это как бы пробовала. ВСНы сочинил. Твоему завязали глаза, какой-то шот отдрочил ему резиновой пиздой. Что там сказали? Два варика, блядь. Либо Максим, блядь, сидел в коридоре. Или второе, ему, блядь, завязали глаза, и шот резиновой пиздой. А шот камшотус. Как надо сделать. Я даже сказал, говорю, хочешь, говорю, типа, это как его? От меня, говорю, если что, хочешь, можешь залететь на 9 месяцев. А она что? Да, она, я честно скажу, там все на работе, но она пока, честно скажу, что она это пока эти там... Принимает, как некоторые говорят, это противозачаточные. Закрывает матку свою, да? То есть... Ну да. Клозет. Может, надо было у нее сахар померить? У кого, у нее? Да. Бля, ну не знаю. Акуни она не давала делать? Не, вот этого куни не было, она только классически все. Как ты любишь. Да, классика. Ну а там уже когда уже, так скажем, уже в джакузи были, то уже в джакузи даже пробовали даже как раз этот, как вот, ну скажем, как называется, типа... Скажите, Питер, в салоне его в залобном туалете теперь нужно закрывать салон на сам станцию. Макс, адрес-то стал известен этого салона. Адрес салона? Ну, звонили, да, сказали, джакузи в твороге засорилось. А, сперматозоиды забили ее. Слив не работает в туалете теперь так же. Что ты в туалете это делал? Максим, ну зачем ты в салоне в туалет наебнул? Может, только сперма. Может быть. Это сперма, это я думаю, скорее всего, только у нее. Она просто долго сперму отмывала, но я думаю, все равно там активность сперматозоид все равно, думаю, у ней будет все равно развиваться. Если тебе из салона позвонят, что скажут, если какая-то девушка стала мамой, не обессудь. Это значит, я постарался. А если она стала мамой пятерых детей? Примешь? Ну, а что ж тогда так? Ну, знаешь, такой... Какая вот у меня сперма. Плодовитая. Минимум, да, вот реально, есть ведь в Тае вроде можно нанять женщину, которая будет с тобой ходить, даже может в другую страну поехать, чуть ли не гражданской женой и... так, чтобы она родила. Да. Ну, возможно. Тайка. Огромакский таец был бы.
Ну, это вполне, вполне хорошо, я поддерживаю эту идею. Обучил бы потом сына муай-таю. Я как раз уже, если я уже будет, то уже дама сердца, скажем так, будет дама сердца, то если я сказал, вот, где-то, наверное, через месяц уже, за месяц, вот, или полтора месяца, я точно, у меня сразу лишний вес весь сойдет. Так сказать, что буду шпокать ее каждый день. За какие заслуги? Что? За какие заслуги? Что за какие заслуги? Ну, будешь ебать. Я-то буду вес сбрасывать, а не девушка. Понял. А когда занимаешься сексом, то, знаешь, говорят, при сексе человек теряет лишние килограммы. Ты сегодня сколько килограмм потерял? Не знаю. Ну, сам, знаешь, я честно скажу, за один раз это еще не то. Если бы каждый день так было бы, бля, это было просто супер. Конечно, все мечтает это забеременеть от Максима. Это же цвет Генофонда, вся надежда Огра в руках. Да, ну, эксклюзивный чайл был бы. Как бы сына назвал Макс? Лёшка, наверное, да, Максим? Что Лёшка? Лёшиком бы назвал его сына. Сына? Да. Нет, Кирилл. Кириллом назвал? Да. А дочь Марины или Катерины? Дочь Галина. Честь матери. Была бы Галина Максимовна. А сын почему Кирилл? Кирилл? Ну тебя же Кирилл зовут. Честь тебя. А если было бы два парня, если бы... Макс, поздравляю тебя, ты кончил. Белок вышел, теперь нужно восстановить норму белка в организме, опарыш очень хороший источник белка. Не, я это скажу, я это осуждаю, да, вообще. Макс, тебе белковая недостаточность, блядь. Максим, ты не пробовал пойти в банк с первой сдавать свою сперму за деньги? Ты здоровый, красивый мужик. Многие женщины хотели бы от тебя детей. Конечно. Подумай об этом. Много. Очень много. Белковая недостаточность. Но белковой недостаточность нет. Там мы тебя уборщица грязной шваброй. Главное, что от тебя воняет опять? Главное, смех смехом, конечно. Все. Но даже шашек уже балда отсосала. А Максима отправили в коридор посидеть. Шашек топ. Максима барыш. Увидимся позже.